Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Беловива», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание сегодня на обозрение. Хочу предоставить велосипедные мигалки. Это фары передние от торговой марки «Лизайн». Модель называется Drive Light Drive 1000. Это передняя ледовская фара с двумя ледовскими лампочками, у которых есть дополнительно линзы, увеличивающие светопоток. Корпус металлический, алюминиевый. При этом в 2021 году мигалки Light Drive 1000 стали выпускать уже в обновленном варианте цвета. Это новая 2021 года раскраска корпуса. Называется она Neo Metallic. На самом деле это красивый бензиновый цвет. Как его еще называют, бензиновый цвет корпуса на солнце переливается от синего до красного, как радуга. На самом деле это очень красиво. Мигалка характеризуется следующим. Очень яркая, 1000 люменов. Достаточно большое количество режимов. Три режима мигания разными вариантами и четыре режима постоянно освещается. Умеренно, медленно, очень ярко. Достаточно хорошее крепление. Резиновый крепеж позволяет устанавливать эту мигалку, эту фару на любой руль. Ну, более детально. Информация на самом корпусе есть. То, что защищена от влаги. С высоты 1 метра, если упадет, ничего не случится. Ну, учитывая то, что мы не будем его бросать со всей дури. То есть корпус надежный, защищенный. Есть информация о том, как долго горит. Если будет максимально яркий режим включен, то это 1:30. Если минимальный режим мигающий, то это 87 часов режима работы фары, если она будет мигать. Разные режимы, разное время продолжительности. Если будет мигать с яркостью 1000 люменов, то будет работать 7 часов 30 минут. Все очень банально, все очень просто, указывается информация на самой коробке о том, как работает. В комплекте следующее, что предоставляется. Это вот такая резиновая прочная застежка, которая натягивается на руль, тем самым подходит под любой руль эта мигалка. В комплекте идет USB зарядная. Зарядная достаточно стандартная. Все многие телефоны именно заряжаются таким USB разъемом. USB разъем вставляется в тыльную сторону этой мигалки. Причем этот разъем защищается, надежно защищается резиновой вот такой заглушкой. Она плотно закрывается. И эту мигалку можно спокойно под проточную воду ставить, промывать и не бояться о том, что что-то случится. Корпус металлический, заглушка резиновая. Стоит также отметить, что когда вы включаете мигалку, у вас сигнализирует о том, какой уровень зарядки на самой батарее при помощи вот этой вот кнопки. Она горит разным цветом, зеленая, красная. Когда вы включаете мигалку, и она работает, у вас сигнализирует о том, какая степень зарядки именно эта кнопка включения-выключения. Режимы какие работают, какие режимы допустимы при работе этой мигалки. Вот мигает, перемигивает один режим. Вот ярко горит. Это уже 1000 люменов с условием, что будет максимальный режим. Потом идет у нас тихо, чуть-чуть потише. Еще умеренно и совсем простой, маленький свет освещенности. И вот это вот еле-еле горит. Мигает вот таким образом. Один режим. Второй режим вот такой у нас. И третий мне больше всего нравится вот этот вот. На самом деле, когда вы выключаете в переднюю фару Drive Light Drive 1000, при выключении на определенном режиме, и он включаться будет именно с этого режима. То есть, если я сейчас выключаю лампу и буду включать, то будет она именно работать в том режиме. Нет, как видите, она работает. Тихо. Вот она у нас мигает. Я ее включаю. И вот она у нас мигает. То есть,
останавливая работу фары на определенном режиме, при следующем включении фара будет работать именно с того режима, на котором была остановлена ее работа. Понравилась фара Lezyne Life Drive 1000, обращайтесь в наш киевский спортивный магазин. Понравился видеообзор, оставляйте отзывы на нашем YouTube-канале. Постоянным клиентам скидки. До скорых встреч!